Привет всем! Вот такая новость сегодня, 20 марта, появилась от сервиса EPN Cashback. Кто не знает, этот сервис возвращает часть денег с интернет-покупок. Зачитаю. Наши экономные покупатели, друзья, мы продолжаем информировать вас относительно ситуации, связанной со сбоем на стороне AliExpress Global, который привел к потере части заказов. Просим вас внимательно ознакомиться с содержанием данной новости. К сожалению, наши китайские коллеги до сих пор не восстановили заказы со своей стороны. Они просят набраться терпения и подождать до тех пор, пока вся информация не загрузится в систему. Однако даже после полной загрузки всех данных мы не можем гарантировать, что будут возвращены все заказы, поскольку они могли потеряться на стороне нашего партнера. Ввиду продолжения проблем с трекингом заказов, мы приостанавливаем компенсации по магазину AliExpress Global до тех пор, пока наши китайские коллеги не восстановят штатную работу своей системы. Заказы, совершенные с 21 марта, и до даты фактического восстановления работы компенсированы не будут. Для того, чтобы избежать потери вашего кэшбэка, мы советуем по возможности воздержаться от покупок на AliExpress в скобках Global равно AliExpress, исключая Tmall AliExpress. Настоятельно рекомендуем поддержать нас и не покупать на AliExpress Global вообще, а не только посредством нашего кэшбэк-сервиса. Это поможет положить конец такому отношению со стороны AliExpress Global. Мы очень надеемся, что это поможет преодолеть кризис и позволит нам упростить механизм компенсации. Снова радовать вас жирными промокодами по AliExpress и предоставлять другие бонусы. Если же вы все-таки планируете покупки в ближайшее время, обратите внимание на следующую полезную информацию. Если заказ не появился в нашей статистике в течение 10 минут, по возможности необходимо отменить заказ и совершить его заново, и делать так до тех пор, пока он не появится в статистике. Если заказ все-таки потерялся и отменять его у вас нет возможности, все равно попробуйте поискать его через нашу форму поиска, поскольку мы выгружаем данную информацию и передаем ее нашим китайским коллегам. Если не делать этого, то у нас не будет доказательств наличия проблем для AliExpress. Обратите внимание, данное уведомление касается AliExpress Global и не касается AliExpress Tmall. Мы рекомендуем сейчас покупать именно на AliExpress Tmall. А также просим обратить внимание на другие магазины, ведь многие из них стараются предложить лучшие товары с самыми выгодными ценами. Например, стремительно развивающийся GD радует ассортиментом, ценами и отсутствием проблем с трекингом заказов. Также достойной альтернативой являются GearBest и Banggood. Мы понимаем ваше огорчение и разделяем его с вами. Для нас это также нелегкое время, поскольку мы сами делали ставку на AliExpress Global. Мы осознаем свою ответственность перед вами и понимаем, что сбой со стороны AliExpress Global ни в коем случае не должен затрагивать ваши интересы. Однако обращаем ваше внимание на то, что проблема с трекингом наблюдается во всех кэшбэк-сервисах, что мы неоднократно проверяли. При этом мы продолжаем давать наилучшие условия кэшбэка своим пользователям по AliExpress и более 500 другим магазинам. Пришло время всем объединиться перед лицом проблемы. И мы очень надеемся на свою аудиторию. Мы обещаем, что поддержка нашего сервиса в данном вопросе позволит нам и дальше давать лучшие условия для покупок на AliExpress. Мы хотим, чтобы вы возвращали много денег. И EPN Cashback по-прежнему обеспечивает самый большой процент кэшбэка на рынке. Спасибо, что помогаете нам становиться лучше. Ну и тут комментарии. В общем, вот такая не совсем приятная новость. До свидания.